Вот он теперь с бабкой наворачивает, играет. Как учится настойчиво каждый день. Видишь, он бросает, садит. Они его не кусают, не корябают. Он-то еще где-то и коготки выпустит, а они-то его жалеют. Своя порода кошачья. Пошел, как будто бы деловой какой. Вот, с разлету. Бабка хвостом играет, как тигры. Вот он где вылазит. По ковру пролез. И оттуда-то одна такая головешка торчит. Вот она. До чего интересно, как маленький ребенок. Все. Вот так. Снова. В ковер надо залезть. Так, с этой стороны. Тут побольше дырка. Вот так. Вот белая атакует бабушку свою. Вот это лежат у нас книги, завернутые для отправки Новосибирска. Вот они на них уместились. Ну, она-то еще сидит, дремлет. А ему все интересно, какой у бабки ж хвост длинный. Вот он его теперь зубами старается укоротить. Ну, что делает? А она играет хвостом. Вот он. Заглядывает. Ребенок балуется. Ну все. Покоя нет никому от него. И потом постепенно как-то это уходит, взрослеет. Уже играть неохота, а когда тряпочку на ниточке таскаешь, то и бабка попрыгает очень активно. А мамка его сейчас вышла, она сидит на поле, прижалась и готовится к прыжку, где мышка шевельнется. Знаешь? В деревне это все по-другому. Вот он вышел, побегал. Мамка поймала мышку, тут же поднесла, он поиграл и слопал. А в городе ничего нет. Ну что, на третьем этаже. Вот он спрыгнул. Нет ничего. На третий этаж. Какая мышка-то? Потому что только так сверху упадет, если какая. Вот он пошел. Вот что-то тут. Сравнись с кошачьими. Как... Он хвостом виляет, расположен, кошка никак не выражает. Подойдет, потянется, поскребет вот здесь вот, где деревяшка. Вот этот все. О, видишь, как он маленький. А сравнить, он кошки на глаза посмотрел. Ну, это еще, а вот это вообще сонная какая-то. Вон, белая-то, глаза ее, посмотри какие. Кошка принесла ее. И вот тут получилась авария. Этот ловить-то еще не может. Он привык только лопать. Вот она. Держит ее в зубах. Она была убежала здесь. Ну, тут она долго-то не нажила бы. Вот она ей дает. Видишь, это взяла, боится, что раз упустил белый-то, она ему не доверяет сейчас. Не видно ее мышку-то. Она зажала под мордой у себя, держит. Надо как-то ее маленько пошевелить. Сейчас я ее попытаюсь сдвинуть. Ну-ка, давай. Иди сюда. Иди вот сюда. Ну, дай ему маленько. Отпусти. Где он? А это на стреме стоит. Все, задавило. Вот теперь это... Ну, что, она ее давнула и все. Она держала ее, душила, как леопард этих антилоп держит.
Вот он где. Вот, бери давай. Бери. Все. Все, получил. Ну, а уж тут говорить не надо, что тут будет. Это игра пошла. Тут ничего сейчас не получится. Все, ладно, мы сейчас заниматься будем. Она живую начала таскать. Она видит, что он должен научиться ловить. Но у нас тут такое, что куда ни поверни, везде... Видишь, он пошел туда, дальше в сторонку, где она убегала. Он думает, это другая мышь. Еще нет. Ну, везде тряпки, везде разные лежат. Тут аппаратура, книги. И мышка сразу нашла это место. А это крадется. Крадется к мышке. Вот она, крадется. Ей охота сесть. Нельзя это делать. Это принадлежит не тебе. Давай. Ты смотри, такого я не видал еще. И главное, он интересуется, что ищет живую, а это мертвая. Вот ему надо теперь живую дать. А живая, живой не поправился. Она была убежала. Мышку-то она мгновенно вон где захватила уже на пачке бумаги. Опять бросил ее. Ну, теперь куда угодно будет лезть. Ты что? Такого тоже не было. Он сегодня уже от утра еще только. Еще время-то вон какое. Это мы только-только помолились утром, еще 6:00. Вот она уже принесла не первую мышку ему. Вот она лежит. Ну, ты вообще это даешь. Давай. Ладно, тогда давайте заниматься. Пусть. Это как бы что-то снимать такое. Тогда дело другое. А то уже не поймать. Я же сторопный. Я виню себя, я не уклюжий. Фотоаппарат я бы успел снять, а это нет. Вот он накаял, видишь как? Ева, баловной какой, а? Еще такое? Где он там сидит белый, да? Вон он выйдет, с той стороны. Вот он, тут. Видишь? Вот он где. Залазь давай, залазь. Очень любят они вот это вот, как на нор. Видимо, когда-то кошки занимались этим, в норе жили. Вот он. Люди. Ну-ка. Он корябается. Где он? Вот он сидит. Вот он где сидит. А-а-а. Вот он как сидит здесь.
Ну-ка. Рыжая, залазь туда. Залазь. Ну-ка, давай. Давай скорее. Да. Ну, залазь туда, залазь. Вот она пошла. Там она его достанет сейчас. Они любят отыграть так. Вот теперь в темноте, вот маленькие ребятишки это все время так делают. Ну, я сейчас подниму, где они? Вон они где. Вот они где у меня сидят. Все. Ой, он пошел. Ой. Ой, 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 ой. Хвост у меня мелькает. Что балуешься? Его не бьет никто веником, то он веника не боится нисколько. Они кошки-то, видишь, какие, не боятся. А вот если бы их веником наказывал, они бы так не делали, они бы сейчас прятались. Сергей Пупков надумал на машине, какую-то машину там приобрел или что-то, ну какая-то там, как говорят, отечественная, и заняться извозом, возить людей. И у меня просят навигатор, я говорю, никогда я не дам. И ты не езди, потому что частные эти шофера часто погибают, тебе это не надо. И мама его так взахала, что он делает, сегодня мы с ней разговаривали, вы убедите его. Я говорю, ну как убедить? Сказать я сказал, батюшка сказал. Но у него своя голова. Если он послушный, он послушается. Деньги заработать надо. Но деньги деньгам разница. Там такие иномарки работают, а ты-то какой там? Смешно даже. Ну вот так. О, пришла. Вот она пришла. Но она испугалась, беленькая. Все, пришла. Мышку принесла, нет? Что она там? Оп, в зубы взяла опять и пошла. Видно, не доела, принесла во рту, ее даже не видать было. Вот кошек не любят за то, что они везде лазят. Вот маленький котенок белый, ну совсем махонький. Видите, он на столу, на стол. Залез на ноутбук, на колонку. Ну и что, на книгах был. Мыши же везде бывают. И поэтому он и ходит и обследует, нет ли где мышек. Мышь-то ведь лазит везде. Вот это высоковато ему прыгать еще со стола. Пошел обратно. Он только-только начинает познавать мир. Конечно, можно ему дать шалкушку, он перевернется, упадет на пол. А можно смотреть, наблюдать и видеть, что ничего плохого он не сделал. Да он красавец. Вот ему надо слезть. Видите, как познается мир. Ах ты, куда пойти? Зачем? Так, газетку сдернул с псалтыри. Пошел вовнутрь за книги. За туда не пролезет. Так, кверху попробовал. Там щетки висят, лестовка. Так, нет, не прошло. Теперь сюда идет. Ему надо спрыгнуть. Он найдет, куда спрыгнуть. Вот так. Это мы книги в Новосибирск отправлять приготовили. Он на них спрыгнул и пошел дальше. А куда дальше пошел-то? Вот он пошел мимо туалета, мимо чашки прошел. Пошел спать. О, вот это да. Теперь он за печку пошел. Ага, вернулся немножко. Попить надо ему. Попить. О, пошел дальше. Вот поэтому зажгу свет, чтобы было видно,
как у него идет это познавание мира. Ну, кому не интересно, тот ничего никогда знать не будет. Вот он пошел где. За печкой. Ну, вылазит. Иди сюда, белый, покажись, где ты? Вот он где, под тумбочкой, вон он где. Вылез, вокруг печки обошел. Это энергии сколько у него. Вот он ходит и проверяет. О, это его территория каноническая. Так, пошел. В бабке пошел. Бабка лежит, спит. Если он до нее доберется, он ее растрепит. Вот он пошел. Так, вплотную подошел. Что он будет делать с ней? Ничего, прошел мимо. Это кот. Настоящий русский кот. Вот он выходит. И опять тем же путем пошел вторично. Надо закрыть духовку. Она ни к чему здесь. У него тут туалет. Вот он где. Опа! Это за нашей голландкой. Там ничего нету. Он просто ходит кругами и чего-то выискивает. Ну еще. Где ты там? Он увернулся назад. Я за ним бегаю, чтобы показать. Вот он вышел. Вот он. Хорошо. Духовку закрыли. То есть не касался, а тут... Так. Опять питье. Опять пошел. Ладно. Это он так помогает сшить мне. Хотите, включи там дальний свет. И вот этот тоже рядом. Володе лицо темное не видать. О. Он шьет сумку, он у него терещок захватил. Смотри, что вытворяет. Провер. Да. Щетками. Ну, поведение никонянское. Терещок. Он никак не поймет. Я ему это надел снова на голову-то щетки.
Так, белый, я должен шить, но никак ты не должен подмешаться. Видишь, у меня опасный инструмент. Иди сюда, не трогай их. Вот они, мои кошки, идут. Ну, идите сюда, скорее, идите. Вот они, мои кошки. Вот они идут. Да они молодцы такие. Ну. Ну, а ты что? Ты у конуры своей стой. Охраняй ее. Ну. Вот они, мои кошки. Ну, куда пошел? Беленький такой хороший. Иди ко мне, иди. Поглажу я вас. Вот он где шарик стоит. Ну-ка. Шарик, пошли сюда. Шарик, иди сюда, иди. Иди ко мне. Но. Подходите сюда, подходите. Вот они мои хорошие. Вот они мои хорошие кошки. Да, подходят рядом. Они не боятся. Этот малышок там прыгает. Иди сюда скорее. Вот он где. Но. Подходи. Тут рядом конура его. Поприветствуйтесь с ним. Вот они где пришли. Да молодцы мои кошки. Молодцы. Да беленькая тоже подошла. Да вот он беленький подошел где. Ну-ка. Ну-ка. Вот он где. Шарик пришел. Вот он здесь пришел, а? Вот он где ходит. Вот он как. Вот он как. Сунул его морды. Но не тронул. Вот шарик молодец. Подружился. Вот они мои кошки. Да замечательные кошки. Ну. Ну, это шарика попроведывали. Давай. Ну, где они ко мне? Идите сюда. Вот он сидит на пути, они идут. Им надо проходить мимо его. Ой, тот пошел куда-то в гараж. Ну, белая пошла тоже туда. Иди сюда. Шарик никого не трогает. Вот в чем дело-то. Он просто сидит на дороге. Иди сюда, белая, пошли, рыжая. Ко мне, пошли. Пошли ко мне, пошли. Идемте сюда, пошли гулять. Он как тигра идет. Давай, иди сюда, иди сюда, иди. Где он маленький там? Где маленький-то? Вот он бежит, ну а? Они меня слышат, идут. Вот они где. Вот они, мои хорошие кошки.
Вот они пришли. Куда? Где белый? Белый где? Белый, белый, белый. Но спрятался там, сидишь. Белый, 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 белый. Белый, где он белый? Ну-ка иди сюда. Знаешь, под гаражом спрятался. Медвежонок. Ну а иди сюда, иди. Иди скорее, иди. Нельзя, шарик, нельзя. Вот он где. Иди скорее, иди скорее. О, шарик побежал. Смотри, кошка сразу, бабка, она тебе физиономию-то пошарпает. Но, вон она как сразу заняла позицию. Она никого не боится, никаких собак, никого. Она как фыркнет, как будто плюнет на него, она же взвизгнет, боится. Вот она пошла. Да она у нас геройская кошка. Ну, а это мама его. Сам он вот он. Это его бабушка. Вот так. Рыжая. Вот деревни. Как тут у нас? Это Исааки. Видать, из школы идет. Едет. Вот он увидал посторонних. Но кого ты заметил? Чужого. Чужого он заметил, а? А они за мной тут идут, вот они рядом сидят. У нас очень хороший контакт с ними. Это вплотную к моим ногам дело. Ну давайте я вас провожу сюда, мне надо ведро там брать. Пошли домой. Ты их не трогай. Не трогай, они пошли домой. Пошли домой, пошли. Пошли мои хорошие собачки, кошечки. Давайте, давайте, ко мне, пойдем скорее. Давай домой, домой, домой. Но, ну, вот он за мной идет, шарик. Пошли скорее, домой, домой, пошли. Домой. Вот она, малышок подскочил. Главное, цепочка тут его. Так, давай. Не бойся, нельзя. Вот они как подходят. Я отхожу, а они тут цепочки. Нельзя, шарик, нельзя. Это хорошие наши кошки. Рыжая, рыжая, где она, рыжая? Где рыжая? Ну-ка, иди домой. Рыжая, рыжая. Вот она идет, катит. Иди, подходи, подходи. Давай, давай. Подходи. Вплотную. Хвост трубой. Раз. Фыркнула. Ты что его пугаешь-то? Этот носится тут. Ну еще, шарик, это тебе не с малышом воевать-то. Это бабка. Страшный зверь. О. Первый раз вижу, вот пришла рыжая и сразу принесла двух мышек. Белый сразу принялся за одну, вот он ее вкушает. Где она у него? Ну-ка покажи, чего у тебя там. О-о-о, как будто я отниму тебя. И вторая тут рядышком лежит. Вот она скорчужилась. Вот он. Она что делает? Как она двух поймала, одну, наверное, потом вторую положила, и из-под пола выскочила, и вот только что ушла. Тут же была она. Сколько ее не было-то? Ну, от силы несколько минут. Минут пять. И уже все. Принесла две мышки. А этот упирается, мигом подбирает. Не надо. Две мышки сразу принесла рыжая. Смотри, Володя. Ух ты. Не видал даже такой. Сразу одну ест, а вторая рядом лежит. Ну, это как серка своему белому принесла тоже. Тоже так же? Ну, она сперва одного, потом второго сразу. Нет, это сразу одновременно два. Вообще. За один прикус.
Вот она лежит. А тот что? Уплетает только их. Вон они. Только ножки мелькают. Остается что уже? Совсем немножко. Пережевывает. Половина мышки лежит уже. Вот какой молодец. А сколько бы эта мышка попортила, погрызла. Молодец, рыжка, рыжка, молодец. Погладь ее, она достойна наша, того. Умница наша орешка. Молодец, трудолюбивая. Ой, бабка. Хорошая рыжая. Да. Отличная кошка наша. Молодец, рыжка. О. Что там у вас? Виктор Николаевич готовится к урокам. Вот, Володя, ну-ка, зачем ешь? Ну-ка, дай. Ну-ка, отбери у ней. Видишь, рыжая прицепилась. Пусть он ест. Он маленький. Вот, вторая мышка тут у нее, но наготове. Руки только помой, брал руками, Володя. Сейчас. Это то ли ремия, или другая какая болезнь, это вполне может прилепиться. Вот, все, заканчивает. Торчит только хвостик. О, подобрать, все, подбирает. Зверь настоящий растет. Вот, вторая мышка. Давай. Давай, белый, давай, бери. Вот он, сходу ее начал молотить. Готово дело. Такого мы еще не видали. Чтобы две мышки сразу поймала и за раз принесла. Ну, не вместе же они бежали-то, значит. А одну за другой она ухватила. Да красавица моя. Такого у нас не было еще. Снимай, а сам стою. Да я снимаю уже. Все. Вот кошка сегодня принесла мышку. Так, подожди. Свет там надо включить еще. Кошка принесла сегодня живую мышку. Так, кошка принесла ее. И вот тут получилась авария. Этот ловить-то еще не может, он привык только лопать. Вот она. Держит ее в зубах. Она была убежала здесь. Вот это долго-то не нажила бы. Вот она ей дает. Это взяла, боится, что раз упустил белый-то, она ему не доверяет сейчас. Не видно ее мышку-то, она не дожала, под мордой на себя держит. Надо как-то ее маленько пошевелить, сейчас я ее попытаюсь сдвинуть. Ну-ка, давай. Иди сюда. Ну, дай ее маленько, отпусти. Где он? А это на стреме стоит, все задавило. Вот теперь это... ну что, она ее давнула и все. Она держала ее, душила, как леопард этих антилоп держит. Вот он где. Вот, бери давай. Бери. Все. Все, получил. Ну, а уж тут говорить не надо, что тут будет. Вот и игра пошла. Тут ничего сейчас не получится. Все, ладно, мы сейчас заниматься будем. Она живую начала таскать. Она видит, что он должен научиться ловить. Но у нас тут такое, что куда ни поверни, везде... Видишь, он пошел туда. Дальше в сторонку, где она убегала. Он думает, это другая мышь. Еще нет. Ну, везде тряпки, везде разные лежат. Тут аппаратура, книги. И мышка сразу нашла это место. А это крадется. Крадется к мышке. Вот она, крадется. Ей охота сесть. Нельзя это делать. Это принадлежит не тебе. Давай. Ты смотри, такого я не видал еще. И главное, он интересуется, что ищет живую, а это мертвая. Вот ему надо теперь живую дать. А живая, живой не поправилась, она была убежала. Мышку-то она мгновенно вон где захватила уже на пачке бумаги. Опять бросил ее. Ну, теперь куда угодно будет лезть. И ты что?
Такого тоже не было. Вот сегодня уже, вот утро еще только. Еще время-то вон какое. Это мы только-только помолились утром, еще 6:00. И вот она уже принесла не первую мышку ему. Вот она лежит. Ну ты вообще это даешь. Давай. Ладно, тогда давайте заниматься, пусть и лежит. Ой. Я футболист загнал. Да. Снова подальше загнал. Стул мешается, вот этот, он там бы и выгонял. Ну, давай сюда, футболист. Сейчас дырку закинь. Все, да. Староверов рассказывает, а сам безбородый. Опять туда гол. Гол забил. Гол, 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 говорит, как сокол. Помнишь? Притча. О чем люди-то думают в храме? Угу. Уродит оно туда, вот он, ям. Помнишь? Все, он его сейчас загонит куда-то. Ну ладно, тут ничего не... Что делает? Ты посмотри, что он в сапог мой залез. Залез и в сапог, а другой сапог так лежит, он в него, вон он. Из сапога вылазит, гляди. Отсюда зайди, чтобы было видно, что сапог. Крупно сделай, подтяни его. Игрушка какая. Сидит в сапоге. Белый, вылазь оттуда. Видишь, как этот маленький кротик вот роет, когда он так нос высовывает, землю выталкивает и обратно, значит. А у него что там, сапоги, ушки, ушки эти нравятся, за которые сапоги надевают. Вот теперь что, вот так, это в резину и сапог он. Так, у него как будто кто подбрасывает оттуда. Видал? Ну, какой живчик. Вот так. Он задом залазит туда, гляди. Вот так бы футболисты-то играли. Первое место держали. Видал, что делает? Один. Так он прыгает и выше своего роста раза в два, в три. А блоха, говорит, в 25, что ли, раз, или в 125 там. Вот он где. Все. Это даже смотреть на него, и то удивительно как. Так. Все. У него косточки гнутся. Он как будто бы без костей. Так. Вот так. Это он мой сапог резиновый. А кирзовый-то он стоит сверху. Он в него залазил. Сейчас он. Ага. Вот он пошел. Сейчас он в кирзовый сапог залезет. Види, что делает. Види, види. Готово дело, все. Один хвост торчит. И он повернется там, повернулся внутри сапога. Это пока мамка с бабкой мышей ловят. А он здесь осваивает новые виды спорта. Человеку так не успеть. Он дал, как он отскакивает, и как будто его кто-то выстрелил. Дал. Ну где мышь-то успеет-то? Да никогда. И что интересно, вот мышь начни ловить, она тебя укусит. Почему она кошку не кусает?
Я ни разу не знал, чтобы мышь укусила кошку. То ли ее парализует, как удав кролика, то ли еще... Знал, какая... Сколько же у него игры-то? Он не может сейчас забилось это. Все. На чем? Питается хорошо. Каждый день ему манка с молоком. А я сегодня полез, а уже сегодня 18 сентября, а голуби несутся. Я все яйца собрал, ему побил здесь и отдал. Вон они в этой помойке-то. Яйца-то голубинные-то эти, кожура лежит. Я их набил ему в чашку-то и смешал с манной кашей с молоком-то. Так. Они как пришли втроем, как начали, и все подобрали. Деревня-то тут еда-то разве городская какая-то там? Галушки эти делают. Вот это все самое естественное. Ну, мы ему все позволяем, потому что он маленький. Где бы он ни лазил, не трогать его. Володя, ни в коем случае кошку бить нельзя. Нельзя бить. Он маленький, будет пугливый. А этот смелый такой, отчаянный, его никто не трогает. Мне удивительно, как люди могут кошку не любить. У нас одна собак всех дорогой хватала, собачат целовала. А кошек я, говорит, не люблю. Почему? А я слышал на суде Божьем, они, говорят, против нас будут свидетельствовать. Я говорю, так тем более ты должна любить ее, чтобы на тебя она худо не говорила на суде Божьем. А я терпеть кошек не могу. Кошка требует меньше внимания, чем собака. Она ходит, она более чистоплотная. Нигде не оправится. Если кошка где-то оправляется, это ненормально. И причина в человеке, я думаю, так. И надо маленького быстро приучить. Кошка тоже не каждая гадит. Но это более совершенное создание. У нее когти выдвижные. И она кверху к низу везде снует. И по деревьям лазит. Кошка этого не может. Ну, а эта заступиться не может зато. А собака заступается. Все на своем месте. Их надо примирить, а то поговорка-то живут как кошка с собакой. Все, хватит. Вот уже закатилось. Вот. Ему неинтересно делается, что. Надо было остановить его, когда он покатился-то. Видишь, он дальше никак. Ему именно выкатить надо его. Опа, ты оттуда. Подожди, подожди, он может выкатить его оттуда. Пошел. Футболист гонит его. Он упадет. Он туда упадет, в подпол. Давай, давай, поиграем. Давай, 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 давай. Той, 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 той. На-на-на-на. Ну-ка, держи. Держи. Ну-ка, давай. Иди сюда, иди-то. Белый, белый. Вот он как разыгрался. С какой скоростью гонит его. А оттуда его не вытащить. На, на, на. Давай. Давай в футбол мы с ним поиграем. Давай, давай, давай.
Гони, гони ворота, ворота его в эти, в стул-то. Так, так, так. Давай, бей, бей. Ну, олимпийский чемпион будешь. Гори. А! Ой. Ой, вытаскивай скорее, вытаскивай. Да что ж такое-то, а? Куда он попадает-то все время? Тут у нас неудобно очень. Была бы комната ровная-то. Вон. Ну попробуй вытащи тут. На. Голяет его как. Ой, авария случилась. Ну, недавно только слепышок был. Ты смотри, что вытворяет. Все, загнал. Оттуда его не взять уже. Ну-ка, подожди. А вы его временно бы убрали, ну, или нет? А? Он оттуда не выгонит. Нет, я говорю, временно убрать вот эту. А, вот эту убрать. Нет, там, там вот это, никак, наоборот, закрыть. Временно. Вот так лучше будет. Где, уже угнал? О. Это нет, и тут никак нет. У нас все везде заставлено. Ну, видишь. Ну и хватит. Хватит поиграть, он упарил меня. Он уронит его в эту. Сюда гони, под пол уронит. Нет, никуда, ну все, загнал его под шкаф. Это надо комната такая, как вот, ну, городские комнаты это. Он его гонял бы и гонял. Нет, ничего не будет, все. Несерьезно. Никак. Ну, котенок играет с Лестовкой. Видишь, как он... не может понять, как она у него оказалась на нем. Вот так, вот так. Ой, как носится.
он загнутым ковер, и он в ковер туда залазит вовнутрь. Но, видимо, лесовка его задерживает. Он так-то быстро пролазил. Сидит там, один хвост торчит. Ну, а теперь бабка пришла помогать ему. Все, все, освободился. Лесовка, ну ладно, ладно, давай, давай. Ой-ой-ой. Вот сейчас посмотрим, как учится котенок ловить мышей. У него все, вот я его имитирую. Сейчас вот палочку засуну и чуть-чуть шевелю. Так, он через ковер пытается найти. Я сейчас не трогаю, он кусает. Я пробовал руку, так он прокусывает. Я чуть-чуть только делаю поворот палочка. Так, гляди, гляди, что делает. Он сейчас услышит, где. Гляди. Только я сейчас не трогаю. Сейчас маленечко. Она не может. У нее слух исключительно сильный, лучше собачьего. Ах, сколько переживаний. Я же глаза закрыл, беди. Ой, ну прям не могу. Ну что ж такое-то? Все у него там, усы мешают или еще. Беди. А вот маленький-маленький совсем. И скажи ты, как в нем все это заложено-то где? Вот сейчас я ногтем скребу. Ох ты, медвежонок, а! Сколько ж тебе заложено-то все? Ладно. А уж мышонок попадется, шабаш ему, никогда не вырвется. 5 кинжалов мгновенно. Для многих кошка несравненный друг. Египетское чудо совершенства. У ног моих свернулась спящий круг и греет электрическую шерстью. Без кошка амба нашему амбару, каюк уюту в наших погребах. С мышами бой ведем мы с ней на пару, чтоб с голодухи не пришлось рыдать. Это у меня элитные кошки. Я держу голубей, там много зерна, и появляются мыши. Мыши, одно время были крысы, вот она как потянулась. Сейчас пойдет на охоту. Все, сейчас еще раз посмотрит. И пошла. О, как это зверь настоящий. Гляди, пошла куда там и дырка в погреб. Попутно проверила листики. А белая так и сидит. Я туда шел, обратно она замерла там на поле, вот здесь за огородом. Вот здесь вот. Все, ушла. Вот. А в городе ничего этого нет. Кошка-то ничего не видит. Ну, ей там искусственный туалет сделать. Я сегодня заменил. Листьев наложил с землей вместе. Для них это вообще, как видишь, два туалета. И там не видно, не светит. Ненормальное содержание в городе. А в деревне это другое дело. Она в естественных условиях. Он играет. Всякие ему мышки тут приносят. Он выйдет, там дальше саранча, он саранчу поймал. Тут какой жук попадется, что-то. Ох. Стой, сколько? То-то-то-то. Ну ладно. Все хорошо.